Самый комфортный возраст до школы, когда о тебе все заботятся. На себя, как говорят женщины, а вообще на свои увлечения, на интересы. Хватает пока что. Наверное, потому что меньше становится. Ну, бывает, нельзя сказать, что это постоянная зависимость. Бывает зависим, бывает нет. Все зависит от того, что меня отвлекает сильнее. Нет, немного в общепринятом смысле, а если в общем-то много. Японцы говорят, самые большие пожиратели вашего времени, друзья. Жалко времени с возрастом, да, начинаешь ценить. Не хочется сидеть пить пиво, а хочется заняться тем, что тебе нравится. Ну, будущее, конечно, интереснее. Хотя в прошлом тоже есть неплохие моменты. Я бы сказал, что я и туда смотрю, потому что... Ну, это интересно. Что было, я не знаю. Но мы же все приходим из вечности, и мы туда уйдем. Так что интересно познать и вечность, и то, что будет потом. У меня много интересов. Я люблю вообще писать, рисовать, высаживать, ну, не капусту, конечно, но разные растения. Мне нравится, когда растет все это у меня от мамы. Мне нравится выпиливать что-то из дерева, строгать, точить. Мне нравится рыбалка. Мне нравится читать книги. В общем, мне вино нравится пить. Вот. С друзьями редкими или с женой. Да. Очень точно для себя знаю, в зависимости от заработка. Ну, вот сейчас, например, 1000 гривен заплатил бы за хорошую книгу. Я поеду домой, потому что я за городом живу.